В Минобороны России прокомментировали ночные удары Израиля по сирийской территории. Как рассказали в Национальном центре управления обороны, всего было нанесено 3 удара западного, юго-западного и южного направления. В ходе отражения удара силами сирийской ПВО были уничтожены более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. Сообщается о гибели 4 сирийских военнослужащих. Напомню, атака произошла в ночь на понедельник. Израильские военные заявляют, что нападение стало ответом на недавнюю попытку ракетного обстрела подконтрольных Израилю голландских высот.